Наши тяжелоатлеты завоевали второе место в онлайн-чемпионате по тяжелой атлетике. В 20 весовых категориях состязались 469 спортсменов из Алматы, Шымкента и 12 регионов. Кызылординцы по итогам соревнований завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. Таким образом, наши земляки в командном зачете стали вторыми. В личном зачете в разных весовых категориях чемпионами Казахстана стали Аяжан Нуржан, Есенгельды Сапи, Динара Кыпшакбай и Арыстанбек Жаханша.